Добрый день. Добрый. Скажите, пожалуйста, как зародилась идея вашего мобильного приложения «Кардиожурнал»? Ну, мы начинали на летней школе программирования при университете, и там нужно было срочно придумать идею. Тогда мне необходимо было замерять давление регулярно. И вот мы решили сделать журнал показаний, чтобы мы... Ну, я измерял, грубо говоря, и записывал туда данные вместо бумажки. И вот идея как-то... Ну, тогда мы там выиграли конкурс идей, там какое-то место заняли. И дело потихонечку пошло-поехало, мы придумали новые функции, что-то там, что добавить, недавно решили сделать прогноз, и вот так у нас все потихонечку развивается. Хорошо, спасибо. Добрый день. Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, кем вы видите себя через 10-15 лет, и какие этапы вам предстоит преодолеть на пути к этому? Через 10-15 лет, ну, я бы хотел сидеть на своем собственном острове, потягивая кокосовый сок. Что для этого надо сделать? Ну, прежде всего, сейчас мы уже работаем над нашим приложением. Необходимо внести функцию прогноза, собственно, доделать, что мы обещаем, и вести активную маркетинговую политику и продавать уже продажи приложения. А потом будем работать еще усерднее, еще усерднее и еще усерднее. Спасибо большое.